Такс. Вечное солнце направляет нас. Испытание отвагой, блин. Прощай. И отважный. Плюс кристалл, блин. Че там час где-то еще? Должны успеть из пофавки брехаться. Приветствую. Ну и лемон поприятнее проносить с таким клевом. Да благословит тебя. Кто здесь? Где? Да, Редвар зашел. Редвар, ну-ка давай расчехляем микрофон, блядь. Хули ты, блядь, молчишь? Во! Ты нахуй молодого зашугал, блядь. Вот так, нахуй. А он что, молодой, блядь? Я не знаю, сколько ему лет. Он же вроде как в первом статике. Для меня вообще, кто в первом статике, им 30-ка должна быть по-любому. Если нету, нахуй, ну я не знаю. Я думаю, ему там около 25 где-то, может, плюс поменьше. Короче, моложе меня, нахуй, ясно. ЧСВ, бы. Молодой. Так, короче, на пати, на лидера. Надо девочке трабл там сокируться. Дайте дать пати. А ты видел этого рунная клизма, блядь, написано? Так это он и есть, нахуй. Ну да. Это ты был этот пал. Нет, понятно, я что-то его первый раз вижу. Ну, он недавно им что-то начал играть. Тут там девочка, Трабл и кто еще? Ну, он должен был зайти. Вы что, еще один РБК посещаете? Да. Сейчас зайду за часть. О, Клизма, это ты там говоришь вар, там что-то? Да. Как ты говоришь? Все, да. Вспомни, да, как ты да. Хуёво трэш держит там. Да я, ебать, с 20-го года не играл, я уже забыл, нахуй, все, ну, что там делать. Все основы, блядь. А ты еще бежишь, ты-то и знаешь, а эту хуйню, блядь, ну, третий раз прохожу только. Если бы я, блядь, год играл, да, нахуй, я бы уже... Так, вон, за щекану пати кидай. За щекану? Ой, за Девочки, так, защитан, ты, походу, этот, ШП. Там вообще не защитан, а защиган написано. Девочка. Нет, а вот девочка. Так, и надо еще одного ДД, и давайте 2 минуты покурим, напиши там, на 2 минуты курим. Редвар, есть у тебя кто, блядь, перс какой? ДД нету. Ну, у меня, кстати, еще дохуя есть, у меня ДК есть, и хант еще одет. Ну, каким-то ДДшником, ну, в гильдии у тебя нет? Или кого, блядь, с гильдии позвать? Бля, давай я лучше с собой залечу, блядь. Давай, да? Давай, давай. Раз у девочки хила нету. Ой, ДД. На этом вот. Не, просто на этом ДПС. Я чувствую, твоя сова там, блядь. Просто... Я могу зайти на ДД. Просто сдохнет. Потому что я на ДК танке в 4Т5. Именно в БДК спеке. Ну, грубо ну, говоря, да, я только... Я не знаю насчет агра там. Я Толгород мобов побил. Будем, а... да. Да, да. Я покурю даже тогда. Только похавал просто. Кирилл что-то решил 2 минуты покурить. А он, блядь, вообще быстрый курильщик, но 2 минуты курит. Ну, пиздец. Просто 2 сиги, наверное, закидывает. Одновременно. Да не, я ебал. Так, что там? Оп! Че там, Редвар, ты расчехлишься или че? Что-то с гильдии никто не пишет. Че там, кто нужен-то? ДД любой. Похуй прям. На White Frozen плюсанешь. У нас пати, короче, ДК, шаман, прист, друид, нахуй. Просто почти все бафы есть. Паладин есть у тебя? Будешь каски бафить.
Так. А что у тебя клизма? Какие персы есть? Ну-ка. Друид в первом статике, потом защиган во втором. Паладин этот твинг. И что еще есть? Все? Еще? Ну, сама на орде для репа. А какие еще классы знаешь? Или только эти знаешь? Слушай, классы здесь. Че говоришь? Я играю сначала Боба. С какого года? С 2008. Короче, где-то с 2007. Ну там... Ну этот... с 2007, да, где-то так тоже. Когда бэкам появилась. А ну поэтому, я сука... Я на пиратках играл, а потом я на офф шел. Я тоже, блядь, с пираток начинал. Это, видишь, и поэтому, сука, Сирус этот как-то заманил вот людей, кто во времена БК начинал играть, там самая такая ностальгия, блядь. Сейчас вот этот БТ... Нет, просто я играл на актуале, знаешь, когда последний раз? На этом... Как там было? Shadowlands. На Shadowlands я играл последний раз, и... Я так заебало фармиться, блядь, в 27-е ключи, что просто, вот, типа, рейды нет смысла ходить, ты фармишь ключи. Все. Я, типа, короче... Нет смысла вообще играть, ты фармишь. Короче, ключи. Короче, если чё, вот, плюс они чё не чать. Сейчас. Я, короче, чтобы ты понимал, я вообще знаю только Лич Кинг, БК и все, нихуя. Ну, классику, ну, понимаешь, что это такое. Вот, плюс оно, видишь? Я не играл на офи... Вот ни кату не знаю, ни, ну вот то все, что дальше кату, то есть вообще не знаю. Я только знаю, блядь, Лич Кинг и все. И, ну, грубо говоря, после циркуля на Сирус пришел в каком-то 18-м году, там перса прокачивал не спеша, блядь. С 19 по 20 поиграл. Вот я с Иллюжина в Сарды, получается, сюда в Стави пришел. И там, ну, грубо говоря, месяц, может, и все, и забросил. Потом на X4 играл. Ну, X4 хули гильдию там держал. Прошли, короче... Я тут. Сначала этот весь контент. Такая ебатория, на самом деле, этот X4. Я там танчил на X4, помню, на 25-ку в актуале, да, пиздец. Что там, как регать? На тебе эту хуйню, короче, лидерскую. Хуй знает. Тыкай. Так что, вот... Все, кто говорят в ключи про всякую вот эту хуйню, я, короче, нихуя не понимаю, что это значит. Квест возьму. Просто усиливаются мобы, блядь, постоянно. Бля, скажем. Ну типа... Ключи не очень... На 5 человек. Они по-уебански эволюционировали, типа, очень по-уебански. Вот то, что сейчас на актуале с ключами, это вообще, господи, конченая херота. То есть, когда сначала они вышли, это еще как-то, знаешь, митик там. Mythic Plus, потом ключи, а ты там такой, а потом вот эти ключи до 20-го, и просто потом начинается просто реально вместо рейдов ключи. Кто-то первый нет. Раз. Не, короче... О, а у меня тут квест, походу, не сделан, да? Да, я квест взял. Эти облик так и не починили. Как говорится, мои бабки просто идут в очко. Так, где там нахуй? Я же тут не... Да, я не был ДКшником тут. Походу эту хуйню искать, ящики идти или чё? А чё, как их... Чё делать надо нахуй? Ходить итанку и взять твойство. Ага. Лизнём на ходу. Кто-то юзал, нет? Или чё? Или вы просто побежали? Сами. Блин, я пойду, пока вы все равно тут это, я там на аукционе торгую. А все вот равно там еще три минуты вступления. Угу. Я телепортнусь. Скажите, как будет сходить. Короче, я, блядь, все классы. Я активный там, блядь. Поторгую. Да, слушай, надо паладина одеть, а чтобы паладина одеть, нужны бабки. А чтобы бабки были... Ну это да. Самый быстрый вариант, это просто забуриваешься в аук. Я сегодня... Это, конечно, 100 тысяч ОД просто в камни влил, и вот у меня сейчас на ауке на продаже стоит на 150. Я не знаю, вчера 400 бахнул бэкафласок, блядь. Вчера у меня было 3000 голды, сегодня у меня 25 тысяч уже в сумке, и на ауке еще на 100 тысяч. А ты как, траву скупаешь и крафтишь, что ли? Я да.
ненормально. Лотосов, да? Очень много лотосов было по 650, я скупил там больше сотни. Пиздец, блядь, 650, ну. У меня столько в сумке, нахуй. Не, ну подфартило с песчинками, аж 8, блядь, выронил. Ну вот мне тоже песчинки нужны, мне еще 400 песчинок на ботинки пал. Чтобы 303-й сразу их захерачить. Ну на тебе надо эти твины. Ну нет, ну типа смотри, у меня мейн, но как бы он по фулу одет, уже как бы скучно играть и типа хочется какого-то разнообразия. А так как котом там страдать, чтобы... Ты мне, короче, с чё, гайд, скинь, как там, блядь, новый этот инс проходить. Я потом посмотрю. Блин, я за тебя еще гайд искать должен, ну ты вообще обленился. Я тебе предлагаю воспользоваться услугами Гугла. Вбиваешь там, короче, там даже можно это, расширенного поиска, типа. Мне кажется, тебе, знаешь, ну, Клизма, тебе надо такие вещи говорить людям, которые там, не знаю, ну там, которым 15 лет, там, я хуй знаю, первый раз зашли, блядь, в игру. Мы мужики сидим, нахуй, нам по 30 лет, блядь. Ну, и что? Вы мужики, вам по 30 лет, это что, значит, не надо помнить? Это означает, мы знаем всю эту хуйню, блядь. Просто это вопрос... Вот я, допустим, если бы сходил сюда 100 раз, как ты там, допустим, 1000 раз тут был, я бы тоже знал, ну, куда заранее бежать. Это же все нюансы, блядь. Руку набиваешь и все. То же самое с персами, с ротациями, блядь, со всей хуйней. Я как бы, блядь, и... Что? Тогда проще поступать, делай как все. Ты, короче, в следующий раз, если пойдешь... там палом, еще кем-то, ты в ДИС сразу заходи, потому что в ДИСе проще быстро сказать, вот просто мне говорит там, агри, туда, беги сюда, хули ты стоишь там, блядь. Потому что там еще у вас это не прошла анимация ваша? Нет, тут какая-то хуйня. 40 секунд. Нет. Еще будет анимация вторая, 2 минуты. Ну я пока отменяю науки все, что не продается. Долгая хуйня. Я вообще, вот сколько играю в Вов, нахуй, я никогда ауком не занимался. Ну так, мусор какой-нибудь выстрелил. Аук это вот прям реально, это очень... Особенно с пропаги, типа, когда у тебя пропы прокачанные. Это самый оптимальный способ заработка денег. Ну это же надо, видишь, это же надо реги еще где-то брать. То есть, допустим, вот у меня есть юва, да? Мне нужно, блядь, ну камень, понятно. Нет, ну там рецепты, на юву рецепты, чтобы на юве зарабатывать. Вот у меня почти все рецепты, ну, наверное, 70% есть. То есть ты просто сливаешь все на камни, все на это, закупаешь единственное, что тебе нужно, это полироли с этого, и ты просто все абсолютно камни. То есть если обычно... Вон, покупают ОД и типа там по... сколько они там, получается, по 12 перекарабчивают на минимальную прибыль науки, ты просто можешь на максимальную прибыль выйти. Ага. Ну это видишь, это еще какое-то все равно время надо. Я понимаю, что это как бы можно этим заняться. Просто, блядь, реально... Ну... На самом деле это недолго. Это единственное, вообще недолго. Это проблема конкуренции. Ну да, конкуренции, и приблизительно знать, что больше актуально будет продавать какие камни. У меня вот именно от вот этой, хуйни. Хочешь, я тебе скажу тактику? Абсолютно все камни выгодно продавать. Вообще все? Абсолютно, да. Вот смотри, ты даже можешь типа вот спамить объявление, если у тебя нет ОД. То есть вот я просрал, говорю, 100 тысяч ОД. У меня вчера было 3К голды. Всего 3К голды. Я с 3К голды, сейчас имею 25, и у меня науки на сотку выставлены. То есть ты полироли, короче, покупаешь. Ты начинаешь просто вот типа продавать. И ну все. А что, покупает фул полированные камни? Полированные камни никто не покупает почти. Вы чё? Не, ну кто-то покупает все равно. Люди! Люди, вы что, шутите, что ли? Не, это как на лотерею выиграть. Не знаю, вот у меня есть специальность прокачанная, просто я захожу, все сам делаю всегда. Да. Вот только один шар там может быть, там кто-то зайдет, купит, но это не так часто берут. Я тебе говорю, я... О, у нас тренд проходит. А, ну сейчас, давайте. Закину. Ну, что ты говори. Смотри, полированные на максималку я не продавал, потому что у меня нету денег еще их скупать. Но вообще, типа, сегодня четверг, пятница, это самые дорогие дни, когда скупать. Поэтому я, типа, не скупаю. Самые дешевые дни — это вторник, понедельник, после это выходных, понятно. Когда, короче, все пытаются бабок где-то раздобыть. И, типа, пойдем. Ты в эти моменты, короче, тупо закупаешься полиролями, когда они самые дешевые, закупаешься воронками,
и начинаешь это все продавать по-дикому. Это, у меня тут рывков нету, пизды будете быстро получать, смотрите осторожно там. Ты вот смотришь на карту, видишь такую серую стрелочку. К ней бежишь. Я вижу, просто это. Вот. Самое оптимальное, это типа это вот продавать заполированные камни. Это вообще это никакой работы не нужно. Это вот самые барыги сидят на полированных камнях. Ну типа, чтобы полированные камни продавать, вот там у тебя должен быть аптайм, типа, знаешь, если ты за компом сидишь, у тебя есть, ну, ты работаешь за компом, допустим. И ты можешь раз в час на 2 минуты там зайти просто перевыставить слоты, то ты сможешь с барыгами, типа, усоревноваться, типа. Потому что, ну, там чаще всего боты сидят. Потому что, ну, вот, я говорю, я продал все камни обычными полиролями. Вчера я скидывал, сколько, смотри, 10 камней заполированных красных. Я уже все продал. Блять, хотя бы не знаю, кто покупает. Реально интересно. Красные самые дорогие заполированные камни, ты понимаешь? Я типа месяцами выкупал эти камни. Пару камней выставил, типа скрафтил, у меня оказались не нужны. Знаешь, почему у тебя так происходит? Потому что ты соревнуешься на рынке, а знаешь, вот как... Почему я сейчас вот еще не в рынке? Что я перевыставляю лоты. Я не уменьшаю цену, но я их перевыставляю, и они первые будут в поиске когда. Даже по той же цене они будут первые в поиске. Я это прекрасно понимаю. Ну, а тут люди перевыставляют раз, ну, 30-40 минут сидят вот эти барыги. Потому что, я не знаю, если задаться, на самом деле, вот там есть всего 4 человека, которые барыжат драгоценные камни. Потому что, ну, типа, я не знаю, это конченые люди, у них... Он мне сидят... знаете, что? Он мне чем-то Днюшу напоминает, блядь. Ну не знаю. Я не помню, что она хоть Днюша друид такой что ли был. Да, да. Там они такой был тоже. Они сидят, вот там реально 4 человека, если смотреть по никам, вот Тола ты продает. Это там 4 чела просто вот. И ты понимаешь, что раз в полчаса они перевыставляют лоты. И это твитки, у которых типа вообще просто там 200-й левел. Типа такие сидят чуваки. Ну, зависит от возможности сидеть, мониторить, опять же. Ну, типа, и я говорю, и судя по количеству, которое ты понимаешь, ты их смотришь, а у него там 10 камней там красных, всех мастей заполированных, на максималку выставлено. То есть он даже мелкими камнями не парится, и, типа, это вообще пофигу. Ну, что, типа, это не бабки для них. Они тупо ну, да. заполированными камнями. И они полироли автоматом вступают, то есть если они там дешевые, сердолить, то есть вот это вот эти люди, это просто самые богатые люди на сервере. И причем чаще всего они даже не на продажу эту голду, я не знаю, куда они и просто копят, блядь, себя там в банке. Самые богатые люди. Делс, знаешь, что это типа? У него ну, куча твинов, блядь, он постоянно где-то там покупает токены и так далее. Ну, типа, вот я говорю, да. Это вот такие люди, потому что, и причем их легко отследить, их твинков, где они сидят. Просто вот сидишь там, ну, у меня там отпуск был, я там заходил там раз в час закинуться камнями. Мне кореша такого надо богатого, чтобы мне иногда подкидывал что-нибудь. Нормально ты придумал. Ну, блядь, ну хотя бы... Я говорю, в этот бизнес, типа, залететь довольно-таки просто, то есть тебе надо вот, типа, торговать. А, ну, вот меня, я себе на печеньке там нафармил, там еще что-то я себе там... На друле вот я голдранами покупал себе все. И типа я нафармил, забил, все, бросил, короче. Типа, а рынок-то остается, потому что ну там реально там эти люди без остановки торгуют. Не знаю. Но. Не, я просто не такого склада. Не знаю, я. Не, это не в складе дело, это ты просто ты должен понять, как эта вся система работает. Да, и в желании просто не потратить на это время. И даже желания нет, понимаешь, ну настолько, что мне это противно просто. Пошли. У тебя времени столько не будет. Да. Самые богатые люди в любом случае те, кто ходит на голдран. Я вот рейдер, блять, и все, ну я понимаю, если в рейд сходить, и все, больше не хочу. Люди с голдрада обычно как раз и покупают вот эти камни, потому что они считают себя богатыми и могут шиковать. Ладно. Не знаю, я ходил на голдран пару лет. Двумя персами. Блять.
Агро. А че он у меня вкинуло, даже не в портал? А ты мор кидаешь вообще? Я вот не вижу дот на паке. Не, я безболезненный. Я безболезненный? На вскипании чисто. Не заразный? С презервативом. Сука. Ну, блять, а это значит, типа, вообще доты не надо кидать или что? Да, ну как бы нет, нахуй. Нахуя. Тебя это... Я если доты буду кидать, тут все сдохнут, нахуй. Просто все, блять, пока я эти две доты кину. Ну, а ты сначала поймал пак, а потом ты дальше где-то делаешь приоритет на точке. У меня, смотри, у меня вторая... Как у тебя агро набирает? У меня вторая тычка идет в скипание. Вот смотри, первый удар сердца, второй в скипание. Все. Вот и агро. Ну, я не почувствовал. Просаживает так, пиздец. У меня на протеха поменьше. Но меня в этих инстах всех трех вообще хил не нужен, в принципе. Ну, ты со щитом там. Это было, блядь, Т6 на протопала брать. Второй трикой бучего. Я бы, блядь, вообще бы мишкой нахуй покатал там нахуй две кнопки, три чередуешь, блядь, 1-2-3, 1-2-3 и все нахуй. Все паки, все что хочешь, идешь жиром, танчишь нахуй. ДКшник нахуй. А потом приходишь в хиджал, из тебя срывают, блядь, просто как суки. Я понимаешь, почему так хуево? Потому что я танк нахуй, который танчит боссов, блядь. Спасите, блядь! Видишь, ты думаешь, я сейчас как какой-то чудесный ДК с Гидди наберу агро, а я нихуя не набираю, да? Я играл на ДК 100 лет назад, помню, да, с АУЕ агро были траблы, зато в соло цель агро, блядь, дал 2 ЛПшки, блядь, 230-м бомжом, типа, из тебя 260-й не могут сорвать. Я не знаю, кто меня должен научить, как тут правильно, может через анхолика будет поинтереснее пакет. Смотри, короче... Удар крови делаешь, потом скипание, потом кидаешь свои удар доты, потом... Да, потом еще раз удар сердца, потом делаешь скипание. У тебя за счет того, что висят доты, у тебя усиливается скипание. А что, блядь, стая... даже я знаю, прикинь, нахуй, сколько, 3 года не играл, блядь. А где ты прочитал, что скипание усиливается от дот? Смотри, там. Не помню такого. Стая. Белая тая, надо говорить. Короче... Тебя скипание крови усиливается за каждую доту на мобах. Понял. То есть это не значит, что вообще доту не надо кидать. У тебя есть еще какая-то Машка там, по-моему, блядь, по всем хуярит. Вон, ну да, кстати, там написано, дополнительный урон есть какой-то. Но я гайд почитал какого-то ДКшника. На этом, на форуме. Он говорит, что-то там ротация какая-то там и... Там, короче, гемостаз же самое главное. Или я вот эта Машка есть сейчас. Еще есть этот, типа, блядь. Это... Сейчас он не истрыгает, читал. Кстати, мистер был джерстав. Просто это... Актуали БС он просто не танчил, в принципе, он не мог танчить этого босса. Кто? Он просто убивал, блядь, Муразон, блядь, его на гро не мог ни набрать. Ну чё, блядь, я на ММ кидаю двойной на пул с пула под своими бурстами, блядь, сразу после двойного пула срываю, блядь. Ну это да. У нас там 3 ханта было, блядь, такие же, как я. Я, видишь, я, блядь, ДКшником привык одну цель танковать, нахуй, как больше, я хуй знает. Мне, ну... кстати, анхолик больше нравился в танке, чем вот этот ДК, блядь. Ну да, блядь, потому что ты нажимаешь на ходную кнопку взрыв, блядь, трупа, и все, и вала, и бьешь, блядь, бегаешь. Хули, там блядь. Там у них сейвы заебались, там и на рейд сейв такой нормальный. Я не могу атаковать. Да, и купол всякая хуйня. Да, блядь, я пока эту всю залупу на этих тонких мобов буду раскидывать, блядь. Они уже сдохнут, нахуй. Без, кстати, пиво надо, наверное. С пивом поговорить, у тебя на ось. Здесь нужно сердце на больших пачках мобов.
Так-то это все понятно, блядь. Просто пока я буду эту... Вот не, ну когда прям большой пак, блядь, когда 5 плюс мобов. Я сейчас дотолкну это. Толкай. Ну, вообще, и это золото помогает огромный. Короче, книжку открой, посмотри, что там скипание крови дает. Ну, это то, что ты говорил, вот это доп урон от болезней, от этих, от двух. Скипание крови, это же уешка у него, которая, да, не? Да. Да, просто это как хуйня, типа. Она после удара смерти в 4-5 без затрат урон юзается. Это же, по-моему, которая не агро набирает, не? Ну она, нет, она... Она типа уешка, но у нее агро увеличено. Типа и это именно для паков. То есть... Она усиливается после удара сердца, короче. Когда у тебя срабатывает, типа там какая-то хуйня. Не после удара сердца, а сначала нужно дать удар сердца, потом скипание и вешается гемостаз. А вот от гемостаза именно усиливается. Нет, наоборот у тебя. У тебя гемостаз посередине вешается после удара сердца. А, да, после удара сердца усиливается скипание, а после скипания уже гемостаз вешается. И он усиливает удар сердца и удар смерти. Под босса, пожалуйста. Чё под босса? А, подойти. Чтобы он не бегал. Помните. А я бить не смогу, понимаете? Ну не прям под босса. Ну вот смотри, вот я вот два удара дал. Чё там? Не, ну клизма там пиздец, конечно. А, дай лапу. Не, я хуй знаю. Ну ещё мишень какой-то, блядь. Да, ну ладно, секунду. Вы прям агро быстро набираете. Ну хули вот это мощные. Блять, ты ретрика не видел. Т4. Видел в прошлом и заходе, блядь. Каждый пум, блядь, мертвый. Каждый пак бобов, блядь. Просто в Т4, без Т6, блядь. Да, самое главное, ты понимаешь, что у меня ЛКшные камни там даже, блядь, просто. Фу. 274-й левел. Ну это как бы надо разработчику сказать натуре спасибо, блядь, ебанько. Разработчику за тринку спасибо. Самое говно, что у меня 277-я пуха, а если это будет 303-я? Там же процент от пухи херачит просто, блядь, помогите. Ну и хер с ним, что там лишний, ненужный мне РПБ. Бля, чувак, ну типа, она же процентный урон от пухи херачит просто. Нажми лапу. Бля, лап, на. Ты хоть не откиснешь от этого, короче? Воу-воу. Пиздец, тебе больно. Тут зелёнка, наверное. Вообще надо переключить на резист от огня льда. Сейчас драктир. Он это бьюзлес не научился переключать. Кстати, про бьюзлеса есть инфа, что он толбан. Кто? Бьюзлес лок. Помнишь такого? Ну да. И кто он еще раз? Полутолбан перманентный. Забота. Никогда не понял, как работа юзать. У я на лок юзал, вообще бомба была. На рыбу или на что? На рыбу. На собиралку. Вообще бомба. А, типа все, его не будет, да? Я не знаю, типа, но... Может, откуда? Я смотрю, типа, утром захожу, он на Олу, типа, ну, по левелу, судя по всему, с удочкой. Ага. Днем захожу, он все там же. Ага. Вечером захожу, он все там же. Я написал на вип-форум, типа, проверьте молодого. Отписывают мне, типа, на следующий день, что меры приняты. Просто это, знаете, пару скипаний дать еще и нормально. Тяжело. Лужу разлей. А ты... Да это лужа в очко, она может разлиться, я никакого толку не буду. Понимаешь, она такие цифры не дает, нахуй, которые скипания дает после ударов в сердце. Тупо не дал молодому человеку рыбы заработать.
Поебать. Нажмись. Давайте на пузо. Бать, страшно реально. Да там кастеры просто, они бешеные. Это ж ты в этом, в черных топях соберешь трэш, и тебя он ебало оно разобьет, да? Не-не-не-не-не-не, тут просто кастеров прям очень много. Не, ну ДК вроде никогда не было проблем с кастами. Ну, Мутилен просто. Да еще пока, ну, на подсознании на каком-то играю, но никогда не понимаю, что происходит. Да, ну тут вот пак кастеров, только тут и вначале они вот так валят. Собери всех. Это ты, ну, тебе легко сказать, блядь, у тебя есть ДКшник? Да? Вот видишь, я, ну, я не скиллованный ДКшник. Вот за медведя тут две кнопки подряд жать по кругу, блядь. Я бы понажимал, блядь. Ну, состоишь... У тебя мор и это, потом это, да? Тут кнопки мор, да, парень. Мор, если я болезнь не вешаю, видишь, удар сердца и скипание, блядь, всё. И все, я даю две молнии, блядь, статик там 17 тысяч срывает, нахуй. Так заебись, да, на варе нахуй, просто бог щитом нахуй и ударной волной, если могу поебиться. Да, не помню. На воротопаре также, один в один. Перезаряжается. Да и палом попроще тончить. С его, с этой всей хуйней, блядь, с повиновением, блядь. Так, не знаю. Представляешь, как вообще идеально будет тончить. Я РБК тончил по товарам. Еще как-то более-менее. Ну, другие, которые не вот эти новые. Вот эти новые просто инсты не знаю. Я там еще как-то более-менее, ну, паки могу пособирать. Там. Вот. А ДКшниками просто никогда не тончил РБК. Только пришел в рейд. Ребро, блять. Кто там? Сурок, нахуй, леди. ЛП, 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 кровоотвод, ЛП, блять. Все, что я знаю, нахуй. Ну я еще знаю. Боссы, блядь, тайминги, хуяминги, прожимки, когда нажимать. А вот именно вот эта работа с паками, нахуй, это слабое место, наверное, ДКшники. Не знаю, напали тупо в соло РБК проходил. Палку прикольную. Так. Мы погнали на маунт. Нахуй он тебе нужен? Я нахуй нужен, интересно. Пока нет. Там бет еще падает. Там, по-моему, а вот это за него дают? Да, дают, да. Вроде. Ну пойдем, ебанем, хоть недолго. Ну тогда, да, если вот это дают. Да там хули УД, блядь, сколько там, 50 дают? Блядь, маунт вас не интересует, но самое главное, что вас пет интересует. Кого вас? Маунт падает всегда, а пет редко. Вот нам это мне нужно. Ты вот этот спидер, осквернитель из рода бесконечности, да? Ну-ка, блядь, иди сюда, да. Вот смотри, один моб, вообще ноль проблем, блядь. Смотри, блядь, заебись станешь. Просто. Заебись. Ёбаный. Обычно просто после таких слов, ну, баллов мясо ломается. Чекай, агро просто. Да, блядь, да вы просто мощные, да? Вау. Нахуй отказаться, блин. Давай бисовый. Ебать, сейчас это, блядь, мельница, нахуй. Я ебал на ДКшнике эту всю хуйню. Надо реально какой-то другой спект делать на... Как у тут кто-то манхолик, да? Может его сделать. По-моему, хуёвый, короче. Говорят, хуйня. Пока ты мобов не взорвешь, то, блядь, у тебя игры не будет. А там макрос не работает, да, сейчас, по-моему? Нет, работает, ты на нем работал. Просто когда ты идешь с пугами, они, ты начинаешь пак собирать, они хуярят так, что, блядь, ты даже не собираешь. Ну вот как мы предыдущий инст были, нахуй, там паладин один такой был, блядь. Просто, блядь, помнишь, да, просто? Просто врывался. Я говорю, я так, чувак. Ну вот клизма сидит, блядь. Мы же без хила просто были. Ну да, кстати, еще. Так, блядь, так... только ты 4 заменяет хила, да? Так без рофлов. Так бы он не сдох. Не, ну там нормально, да, там буря поднимала, бывало, спасала. Ну, но если бы иногда... он еще... Я не успевал докастить его, вроде раз я пильнул, опять его пиздит пачка, фул. Если бы он флешку в себя давал, нахуй. Я давал надо, получается, себя, флешку давал. Я щит в себя давал, флешку давал. Вот бабл ты нихуя не давал. Короче, на скилле. Ты понимаешь, там... Когда уже тебя много бомбов бьет, то наступает момент, либо ты, короче,
Сама же будешь их тебя... Вот, там вот момент был, ты 2 секунды на лоу хп, и там как раз этот момент нажать... Да там просто как раз буря откатывалась, и там буря двойная бы была, и она бы меня за фулл хп сделала. Да нет, вот этот ловить момент между автоатаками, это опасно. Лучше сейф нажать на лоу хп. Ну, я же не танк, я и не должен танчить. Ну, так, да, блядь. Так, смотри, я не спешиваюсь, я просто пробегаю, да, вот так? Вот так, да. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Вот так вот. Что это получается, мы заэвэйдили? Ну, всё, да. Вниз прыгай уже, уже прыгай вниз, так, бей на бок. Так, прыгаю. Так, бью. Заходи в комнату. Бля, не сдохни только, сука. В ком. Че? Уль дальше, не стой. Ёбаный, у меня дезориентация, сейчас погоди, всё. Блядь. Секунду, нахуй. Зашел в комнату, вот так. Этих вот закрыл, вон, видишь, бегут. Все, убили всех четверых. Уже более-менее, вот. Уже ощущается... А что там, кстати, бочки не надо сорвать, да? Всем пятерым одну юзать. Блять, вот мы запизделись, я нихуя не брал. У вас есть эта хуйня? Всего? Раз, два, три. Нам хватит. Просто жмите, жмите. Без 20. Мы успеем, да? Да, я, кстати, вообще время быстро пролетело. Ты какого ВРТ у нас сегодня? Нет РТ, не? Да. Есть. Чё там? Есть? Да, ульда же. Ульда. Маванта, на маванта. Так, вот этого пидора наверх вести, да? Так, иди сюда. Беги, 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 беги. Не-не, тебе не надо было бить, просто беги. Ага. Ну я его ебанул так, что, блядь. Я за пулю. Не надо пока. Не надо пока. Тех, которые за стеной там. Заводи к нему. В двери заводи. Так, в двери. Да. Блять. Так там прожмись. Беги, малышка, беги! А, нажимаю прилив тебя, даю в себя прикольную механику. Вон тех убери. Могу килить от эфире. Просто пизда. Да, да вы почилили бы, потому что эфиры кидают. Да тебе не надо было дизмаунтить. На какой-то хер его надо убить. Ладно, бегу, все равно покажу. Ты не понимаешь, что спам феррами это механика такая. Это не заеб контролем, это механика. Да. Это другое, ты не понимаешь. На мне босс сидит. Он срывается иногда сам. Ну да, да, он сам. Сбрасывает игру. Каждый раз, когда фиряет сам физически фиром. Да, это как бы. По-любому. Что это за нуб на ДК? Он просто фир дает, обнуляет, видимо. Нет, не обнуляет. Хотя да, обнуляет. Обнуляет. Полностью обнуляет. Короче, пошел. Я не пошел еще рано. Если ты был бы лоб, ты бы об этом знал. Надо больше гадя стать читать. Фак, фуфак. Чел шарит, чел стать. Гайда это лучшее, что придумало человечество. А если бы не гайда, уже бы конец света наступил, блядь. Так, шо там? Пуляет там других мобов, нам тут ждем. Уже. Вот тут жди, где стоит дракон, ебать. Чё ты говоришь там, сменить на чё надо? Да похуй, не буду менять, пускай. Так, кого? Какую-то там эту... Ну броню, ебани себе и нормально. Вы это, с Траута поговорили, что? Я поговорил. Так, я ещё там броня? Веду двух. По-моему. Ща я найду эту хуйню. О, бегут эти друганы. Сова друзей прибыла. Ну и всё равно. Ну, в принципе, да. Ну, тут не свалят. А вон и брал, ты же. Смотри, как я всех отпиздил, ебать. Да-да. Это я тебе на хуй просто дал, блядь. Понял, блядь. Ой, блядь, натуре, надо ходить сюда с четырьмя рогами, блядь. И с тремя. Нет, с четырьмя ветвиками, это вообще бомба, тебя хилить не надо. Дамажить не надо, они с тобой делают, блядь. Ну, хотя бы с двумя, вот. Делайте твинков.
разбойника. Да я в рот ебал клинков. Чисто быстрый старт. Я уже жалею, что я этого приста, блядь, взял. Который статик просто вымораживает, но... Нет, просто РТ, когда целую неделю ходишь, вот это вымораживает. Это тоже, но в меньшей степени. Когда РТ быстро, я типа, ну, зашли, пронесли, ушли, разошлись. Да не, ну, кстати, во втором статике относительно быстро. Ульда день, ЗС день. Вот это освоение ЗС, блядь. Да это вещи. Да, возможно, это сейчас ЗС, блядь, дает. Я не знаю, это я пришел, у них я не знаю. Да. Никак. Жительницы вообще не видел. Ну, потихоньку-то, если сейчас одни и те же люди будут. Сзади трэш. Не, ЗС и ОКО на Энеры по-быстрому проходит сравнение с того. Да как сзади это? Еще один моб трала бьет. Заебал этот моб. А, я тут упор не оставил, ну понятно. Еще привели все. Да, это механика такая, ты не понимаешь, Фир. Понял, я специально их привел, чтобы вы не били лишних. Люблю мобо. Фир строго в соседней пачке работает. Делаю квест на 500. А на БГ строго типа с горы. Как раз ты на краешке становишься под Фиром, Фир заканчивается, ты улетаешь вниз. Да-да-да. Так, я заебался на низине с этой хуйней гореть, блядь, на лесу. А, сейчас этот конь сначала, да, потом... Пару раз тоже попадался, это пиздец, блядь. Не, ну как будто по КД работает так. Фир. Да, максимально уводит в ебеня просто, блядь. И всегда к краю куда-то, да. Переделали бы все впервые встанем. Было бы охуенно. Ну, в блайнках, да? Боишь, себе ничего не делаешь, типа, ну ничего не можешь сделать. Это нормально. Но, блядь, когда ты бежишь, хуй пойми куда, ты никак не можешь предугадать, куда ты побежишь, это ненормально. Ты можешь остаться на месте стоять, а можешь в ебеня вообще побежать на максимальной скорости. Ну да, да, можешь где-то на месте стоять, там, по кругу тыкаться, а можешь вообще побежать, да, по ебанушему работать. Особенно весело, когда ты прожимаешь тапки, и в этот момент тебя теряют. Да. Это вообще можно убежать на вражеский рец, молодцы. А кто, запустили? Ну что, ты проебал? Да. Будет два пака мобов. Первый 3, второй 3. Вот этих вот убей и жди там. Появится второй пак. Когда побежит трал. Нет, ну бывает все-таки трили кринжовые, блядь. С этими брюлями и усуками. И обузами резисты в драктире. Драктиры. Имба. Ибануки, Шейлэш и, блядь, Варена. Это пиздец. Не, вот, а смотри, а кто говорит, что драктиры имба? Роги, блядь, которые могут убить кого-то только за, блядь, вечный стан. На самом деле, а нахуй, типа, нужен скилл, чтобы убить кого-то за вечный стан. Типа, по сути, убить АФК-шара. Разве руки нужны, ну, какие-то? Отчасти это в некоторых сетапах, и ты должен за контроль только убивать. Как ты, допустим, Тиму с Вом будешь убивать без контроля. Проебёшь кик-каста. И все. Не, дабл ДД по-любому только играть через контроль. Против его, точно. Не, там можно где-то забурстить, или там увести. Опять же, тоже отчасти от контроля зависит. Не, вот эти, да, сканы там, блядь, на 2 секунды, блядь, удар по почкам, это рофл, блядь, на самом деле, такой-то. Трэш там. Прикинь, паладином, как ты гореть будешь, ну. А я запущу пока. Не, на арене ты имба ебаная. Реально имба. Ну хз. Если слава богу, не хожу на арену. Ну, опузишь еще там вот эти все резисты, блядь, сверху, ну. То это вообще забей. А много кто обузит. Тут вот так. Все равно намного больше раздражают эти консервные банки, блядь, 60 кг. Ну, да, да. Так вон там я видел нитье какое-то, понял, то, что люди начали, понял, стоповых рейтов. Скидывать усилки в хп и там что-то за счет этого какой-то обузить там выигрывать.
Всем привет, ребят. Типа делаешь 50к, блядь, и похуй там на что-то становится. Я видел там какие-то войны темы недавно. Что вы там, чем заняты? РБК. Освоение РБК. Охуеть. Место есть? Нет. Может, тренером побыть сейчас в типа, анекдоте? Да. Блядь. Могу стрим включить, покомментируешь. Как я давай, ебашь. Лучше бы, конечно, Кирюха включил, блядь. Да у него неинтересно там. Да у меня лагает. Да, в натуре у него комп слабый. Блядь. Мыльница. Да не, ну в РБК не будет лагать, но вот на Зорт я проверял, он мне ну, PS минус PS. Ага, вы на РБК делаете. Заебись. Заберите моба. Походит стоит. Смотрю, блядь, к вам еще и клизма тут притусовался, блядь. Ну, за... говорит, я, говорит, научу вас, нахуй, проходить, нахуй. Лишних мобов не агрить, чтобы... И показывает сам Google, блядь. Ну, я просто с 20-го года не играл, я не знаю, даже эти инсты, блядь. Шок, дети. Они появились в 22-м. Ну, вот, а я с 20-го. Ну, блядь, это... Блять, вот какая-то залупа, я, блядь, вообще в игру не могу зайти, меня просто выбрасывают. Ну и не заходи, за просто стрим посмотри, все нормально. Уже как вариант. Нахуй тебе эта игра, когда можно посмотреть, как люди мучаются. Чисто посидеть, покайфовать. Че мучаться? Тут люди уж давно хуй забили на это. Забили. Это фанит, кстати. Ну кого-то. Я говорю, бля, я думал, сегодня не будет никакой ульты, да хватит тебе. Ульда, пятница, на кой команда нужна? А вы мне уступите слот, нахуй, я пойду, блядь, это. Агро усиливать я уже... пачками. Я уже думал, куда я паладином пойти на РТ сегодня, я думал, вот РТ не будет, там по фарму. Этим. Первый сын РБК для паладина. Нахуй тебе этот паладин. Паладин и сильный. Да, блядь. Я вспомнил, тебе нужен. Я на реплике 2400 на офи на лече взял. Блядь, это как, блядь? Чисто, сука, бомжи, блядь, ММР сливали или как? Нет. Я был там любитель реплика. На самом деле на арене. А? Там же сколько народу играет. Там проще апнуть. Ничего сам. Там зависимости. Налог, зависимости, как все. Рега идет. Ну, там, на да, офис. Может, моментами, но, опять же, в основном там изи, я считаю. На офи 2К, это вот вы как говорите, там, контроль. На офи на 2К, если ты не контролишь, ты вообще до туда не дойдешь. Там на 1600 застрялишь. Не обязательно, в каком виде, ты играешь вообще. В большинстве этапов. Я не знаю, максимальный единственный сетап, который минимальный контроль дает, это с кантом был. Сетап шаман с кантом. Все. Шаман с кантом. То есть ты имеешь в виду, блядь, N какую-то с БМом, блядь? Нет, ты скилл с ММом. Ну, непонятно, блядь, говно, как всегда, стандартное. Че, арена, это мне что-то напоминает, короче, попал, блядь, с сершамой, да? Ну что-то да. Короче, глина. Суглинок на. Не, ну типа это один из топовых сетапов. Глина меса ебаная. МР это же, нет? Не-не-не, ретрик плюс ДЦ это топовый сетап. Ретрик плюс ДЦ, блять. А кто дамажит будет? Кто будет пробивать хилу? Ну как, блядь? Они через бёрн играют. Ретрик? У ретрика урона до хера. Да, там ретрик, может, так и ебал. На ретрике одетого тела никогда в жизни не пробьешь, даже будь ты сам одетый. Да, ну как тебе сказать, блядь. Ну, в основном играется через моноберн, блядь, если ну, да. Типа, смотри, какого хила не убивает ретрик? Какого хила не убивает ретрик? Кулипала. Любого хила не убивает ретрик. Кулипала не убивает ретрик. С учетом того, что каждая ну, сколько 10 минут режется хил у тебя еще. С Кулипалом ты просто забываешь про Кулипала и убиваешь его ДДшника.
Там главное где-то есть... контролить его. У тебя есть танк, у тебя есть этот. Блин, забыл как. Репа. Ну да. Репа. Плюс, типа чаще всего, ну, я играл на Бладейте с Сайленсом. Плюс у тебя дает хил и МК. Ты убиваешь почти любого в ДД в раз на раз. Ну да, если опять же смогу сделать. Слушай, что че за. Че за хуйня, блядь? Действительно, они пускают на помойку, блядь, на X2. На другие реалмы пускают, блядь, а вот именно на эту залупу нет. Мы не успеваем. Попробуй зайди на другую еще раз. Попробовал. Да, пробовал. Пробовал, сказал по реалмам, нихуя не получается. Так куда? Отменили же ульду. Че мы не успеваем? Если отменили. Реально? Отменили. Да. Я же сказал, перенос. Когда? Шестой там вроде поставили. Блин. Ну, не, убили два окошка. А я уже думал, что мне кольцо упадет, я полутаю. Да. Я считаю, надо у первого статика, в принципе, ее ульду отменять, и типа вот один день РТ, и все остальное, я хочешь, во второй статик иди. Да. Я так. Пошел во второй статик за печеньками Ц5-2, колечком и мечом. Да, блядь, только вас бы там бы нахуй послали бы, блядь. Нет, вариант. Вы, короче, можете за офсетом заходить к нам, но за фейками с ним. Не, ну почему? Просто когда все оденутся, почему нет? Просто сейчас пока не одеты, это сколько? Два с половиной месяца, пока все полутают Т5-2. Кирюх, я думаю, даже больше. Вот, не, ну, Т5-2. И не хватит это всем. Это 20, грубо говоря. Т5-2, ну, типа, 20. Ты можешь не тот флаг, что, блядь, каждый раз приходят новые люди. Так нет, ну, какой-то, как бы, но... А ты чё не всех пулишь? Я, блядь, не знаю. Дорогу не знаю. Блядь. Он роут же не ставит, ему нужно... Не удивляйтесь, я, ну... Типа, не тысячу раз тут был я. Что мне сердце подсказало, то я использовал. Надо, короче, тактику рассказать, по-моему. Гайды на форуме есть, я считаю. Что-то спулил, что-то собрал. Так, ты ведешь, да, еще? Вот жесткая. Да, у меня это был. У меня потом. Колонки просто. Через ноутбук просто из-за этого слышимость такая уебищная. Просто я немножко, блядь, тут попсиховал, наушники разъебашил. Ты просто кнопкой поставь. Да, реально. Да, кстати, как вы можете. Ну, кнопка это ему кнопку да. Нажимать надо будет. Ну, время фон тоже не. По поводу кольца, кстати, 297, блядь. Я по факту полутал бы его, потому что преступник на один свет не идет. Убийцу. Так бы я вспышку забрал, если бы его не брал. Да похуй вообще все полутается. На все нужно время. Не, надо просто слишком сильно затриггерило кольцо. Своим дропом. Да кольцо, слышишь, с аркимода вообще меня душит, блядь. Алло. Там нужно трем людям оно сейчас, как минимум, которые выше меня. При том, что у меня почти самый высокий сейчас. Не знаю, лично я на подумал забил хуй, типа, на уголь тот же. Я говорю, странно. Я вот задождусь и на ретрик отвечу. Проверить, блядь, клиент на какие-то обновления, а то что-то вообще нихуя понять не могу. Наверное. Он тотем трепет хотел вернуть, блядь. Нормальная тема у них стандартная, что-то кастовать это тема. Игрушка не работает, помогите. Да, именно так. Беги делать Зандалара. Зандалара? Это... А что тебе Зандалара не надо? Переводить. Вставать у людей не стало. Я хотел бы, у него, кстати, мне нравится Зандалар, выглядит прикольная курица такая. У нее каст прикольный, она так ручками машет, прикольно сводит.
И не такая жирная, как эта, блин. Не, ну ради разнообразия, может, можно так некоторое время на это посмотреть, но все равно мне не особо прикольно. Да, меня вот это вот животное жирное не прикалывает. Зато понятно все. Будешь говорить, ну, да, по уренам и по деталям, да? Ну да. Бегали все жирными и все, все устраивало. Не, я как только вот на офе эта херь вышла, символ, вообще так был рад. Просто что на квесте можно играть нормально с собой, там, да там на офе трансфогов побольше было уже. Хорошо. Кстати, Киря, что у тебя там сегодня за дискуссия была с каким-то человеком в индийском чате? Новый человек. Новый старый человек. И кто он? Я так понял, тип какой-то новенький просто добрали. Да. Ну, видите, кто-то банальных вещей, видимо, не знает, блядь, в этой жизни приходится кому-то объяснять периодически делать. Ну такой забавный, походу, челик, да? А с чего все началось там? Потому что его просто осмотрели в базе. Метасокет скорость бега? Не-не-не. Половины чарок нету, 18 ДПС на боссе. Я ему просто начал задавать вопрос. Ну, я ему дам шанс, посмотрим, насколько он обострел. Это все хуйня, почему все вышел-то? Ну, я ему шанс дам один зайти на РТ, посмотреть, показать, чего он нужен. Ну я чую, долго он живет. У меня у реплика горная. Нет, еще двух проб не хватает. Я но примерно представляю, какой РТ будет. Так, слышишь, ты поставил кнопку микрофона, а мы все равно себя слышим. Я не могу, я замутал, это невозможно. Голова болеть начинает. Давай просто буду мутиться, блядь. У меня, короче, один вопрос есть. Как здесь вообще нахуй Валин оказался? Где, блядь? Кто он еще там? Да этого... он вообще. Всегда тут был. Может, это другой тип? Нет, он, ходил в Асгарда, блядь. Типа его там кикнул, что? Не знаю. Я, честно, даже не помню, когда он в Асгарда походил. Он, по-моему, сразу сюда ушел. После того, как его нахуй послали, ну, от нас. Сколько лет? 5 назад или че? Куда? 3 дня или там? 20. Ну, когда освоение было целое, когда мы там Лича хуярили, по-моему. Даже не помню, при каких условиях он там ливнул или кикнул его особо. Такое было. Его кикнули тогда. Ну да, по-моему, кикнули. Смотри, что там в Асгардах было у него. Видите, как он оказался? Пришел просто. Еще спроси, как я тут оказался. Как люди оказываются в фильтре? Тут еще, по-моему, фарады есть, да? Добрали с обочины. Да, я что-то его, кстати, начали вылез. Там ливать с иллюжином все потихоньку. Так все сюда и ливали в стаю. А этот адмирал играет что? Нет. Тут точно нет. Он еще там давно то на X4 уходил, то потом забивал, включил. Да он так, не крабушка. Ну он так не играет, он больше, блядь, ДБМ пишет и все. Ну Вайни, он тоже ДБМ пишет и играет, что не стоит. Я помню, когда мы хуярили Лича, он же этим бутычиком играл, блядь, на пресе. Короче, щиты хуярил, блядь, сворачивал игру. И играл другую игру, блядь. Ну, так и надо, блядь, там больше нет ничего, ждём. Просто считывал, блядь, свернул игру, нахуй, похуй, что там будет. Обсчитывал подбольный каст. Это как тот вон там тогда у нас хиджал-танчил в медведе, Хэй или кто?
Я забыл, блядь. В окне там 4 на 4, говорит, блядь. На волк. Все равно я не вижу, куда босс сведу, кто там под ним. Кливом разъебал, блядь. Босс не таунтит. Ой, какой хэй этот, блядь. Побью его, блядь. Фат. Он не таунтит. Я минус 50% прожал. Тикали, блядь. Тикали и танчил. Точно, блядь. Ой, рефлект. Бля, ну дай побить. Тикали типа перешел в Асгард. Думаешь, да, он там кому-то нужен. Вместо РТ решили сходить в НРПХ. Почему вместо РТ? Это Паша написал, что сегодня был. Чего? Будет или не будет, что-то не знаю. Я потом и зашел. Ты прочитай РТ календарь внимательно. Когда была сначала у льда и чё потом написано. Да, приносит на среду. 6 числа. Чипа. Может, АБТ будет? Там ничего не меняли, смысл туда идти. Там поменяли первый босс, который закрыт, блядь. Да. А чё они сделали там? Этот клип хуйни, там что-то порезали, стал... который так не убивал. Там написали, какая-то проблема, то, что танка дебаф спадал раньше времени, что ли. Я так и не понял, что они делали. А какой дебаф? Я так понял, танковский. Чё, теперь нельзя будет вмешательством снимать или что, блядь? Ну просто придется брать танк еще одного и все. Да блять, ну это все равно будет слишком. Слишком часто меняться, короче, понял. Ну, там 20-18 секунд. Ну, даже если раз в минуту, это все равно, типа, очень часто. В смысле, очень часто, блять. Раз в минуту. Ну ты вначале, может, типа, набираешь столько игра, а потом-то там, на 20% больше надо, а босс не таунтит. Клик спиной бы фиксили, было круто. Блять, я хуй знаю. Я, если бы я делал игру, это я бы сказал вам, ребят. Если бы я делал игру, я бы сделал, чтобы нахуй с одной автоатаки, нахуй, миллиард агро было, нахуй, и чтоб можно... Да, никто бы не играл. Сука. И рекламу, такое, кстати, уже было, и рекламу в ВКонтакте в группах открытия, там, с уникального сервера, там, да. Работоспособность 99%, блядь. Работоспособность оставляет желать лучшего. Еще что про товары, ну хоть два щита носил. Рабочие боссы. Черепаха, типа. Ослабленные рейды на 25 человек, там, ходить в пятером. Да не, нахуй ослаблять, просто про товары надо апнуть и все. Ну про товары, да, такие еще слабенькие танки. Да не нормальные, блядь. Это ирония была. Он еще... про своих про товары вообще, блядь, со временем. В чем ирония? Ну, приобилось ранее про товары времен СЛК были самые сосущие танки. Ну да. Но они такие, конечно, сосущие, как медведи. Не, медведи... Про товары хотя бы массаев был. Они посильнее. Ну, блядь. Не, медведи реально нахуй не нужны в этой игре. Типа их нет. Не. Ну так-то да, вообще. Вот я тоже так считаю, на самом деле. Да, просто блядь. Просто там понятно, первый... что... Медведь, самого первого перста, что-то... короче, создал, это был медведь. Где, на 3-3-5? Полтора года пытался до... да, на льду, на X1. Медведь должен быть у кота, который, если что, может там схватить босса и потанчить. Я-то рассуждаю про 3-3-5. Полтора года до ума довести, это невозможно. Просто синдра, она меня убивала нахуй, блядь. Это тут ты имеешь в виду на сервисе, да? Постепенно... Да. Не, на классике или тут? Не, он говорит на сервисе. Сервис-то ясное дело. Ебатория. Да не, тут можно, но. Ну тут-то так-то можно, да. Тебе рисуют, блять, хуйню. Можно медведя, типа? Ну, отчасти. Но все равно, можно, один из полезных, да. Да кашник пал, конечно, поярче, да. Не, ну в хороших руках медведь норм. Ну в хороших руках. Протопал, протовар, ДК, все равно лучше. Ты хотел сказать, в хороших руках поле пало или что? Да? Короче, как Холли пала, медведь это хорошо, да, да. Блять, вот буквально на кого, у кого из Холли пала частицы на медведе, то сука, у того миллиард ХПС. Потому что накручивается у ХПС только так. У него ХП до хуя, а больше. ХП до хуя, а садит как тряпку просто его. Ну да. Он все впитывает, он ничего не должен.
кожен. Я. Крицять вовно портали ГЦ. Типа это было на старом-старом контенте еще весело, типа фулл стамоботство. Сейчас фулл стамоботство не нужно, сейчас надо на войденс. Кому, медведю что ли? В принципе танком, а медведь не может на войденс, потому что у него только уклон. У меня только уклон из жира, блядь. Ну тут, блядь... Эту тему еще видел, до тех времен Карашан, по-моему, там какой-то, блядь, друид был, 100 кп шел, нахуй, типа в танке бел. Какой-нибудь фулдоненный, да? Это там с Асгардов, по-моему, типа, блядь. Папик или как его, да? Я вот не помню, что за ник был, блядь. Типа 100 хп, 0 агро. Да? Еще времен, короче, когда это был Карашан. Не, агро другие легко набирать, типа берсерк нажал, да, набрал. Когда он КД? Да из берсерка, блядь, нормально. Просто увечья лучше наберешь. У тебя, блядь, ротация увечья, 2000 увечья, 2 билки. А те, кто не берут увечья, они меньше набирают. Поярче бы сделали что-то нахуй на Т4 контенте для Мишки, было бы вообще... Короче, Сэдж, вот, что ты мозги ебёшь, а за себе 10 варов и играйся именно, сажайся. У него так и было почти на цирке. Не, на Сирусе это, ну, это кринж, нахуй, столько варов создавать. Они с серверов разных, короче, переносятся просто, вары. А там сейчас есть еще перенос чаров, кстати, сюда? Не-не, откуда вы? Это давно закрыли уже. Никаких откуда переносов. В смысле, за БС тебе дают? Ну не, да. Не, да, переносят. Это с каких всего? Да там три каких-то, ты чё? Ну, назови какие. Я вот только недавно видел буквально тему на форуме. О, вот сейчас тебе БСов наделаешь тут, блядь. Я же дохуя чарок на цирку. Да каебать, там сервак же X1 удалили, я перенес. А, точно, точно, блядь. Ну, удалили нахуй, там-то все пизда всем персам. Когда БС был в 20-м году, или в каком я делал, в 19-м, блядь, я же перенес, я по-моему, 3 БСа сделал. Ну, ДКшник. У меня прист БС. Да, друида и приста я сделал. 3 БСа, нахуй. Потом эту лавочку прикрыли, нахуй, а сейчас я не знаю, что. У меня на X5 там вар перенесенный с X1 есть. Типа говорили, вот, там сервак скоро удалят. А Изенгард живой же еще? А это я хуй знаю. У меня там прист, я туда переносил с того ДЦ, помнишь, у меня был там. На Изенгард. Есть желающие в Макс 25-ку. Да, там на Изенгард был перенос тоже, чар с циркулем. Я тогда в тот момент переносил, помню. Ну и забил на него хуй. Так чё, я что-то не вкурю, ему чилим сейчас или что, не могу понять? Походу. Того. Может, Макс 25? А что там делать? Бессмертие. Хотят он ночивы. Ну, собирайте, я пойду. Кармагу бы я. 25. Там пиво хотел сходить в ЦЛК 10 хм лечу на стакель, блядь, чуму. А делал там есть. С Макса же, по-моему, тоже какая-то идет дракон какой-то 310, да? Защиту. Все маунты за славу рейдеру 310. А маунты или они типа улучшают остальных? Улучшают вроде как. 310-й да, ну, СЛК точно улучшает. А. Там нужно именно, чтобы он был не гибридный, вот этот, как непобедимый, а фулл 310-й сам по себе. Любой. Феникс, драконы, блядь, зачем? Там, в коллекции, короче, на тех, которые улучшают, так и написано, типа, улучшают остальные средства передвижения до 310-го. Думаю, если вы знаете, как он называется, просто посмотрите. У меня непобедимый есть, мне похуй. На двух персах. Я тоже на трех этаж. Блядь. Я все жду, когда обменят на аккаунт всех маунтов. Самое заебательский маунт, да, непобедимый и похуй. Ну да. Ну еще голова Мирона так-то неплохой, нахуй. Только я не самый знаю, заебательский что... маунт этот котик, блядь. Ледяной. А вот что ли? По воде бегает и летает. Нормально. Вот я такого хочу себе маунта, который... И не огромное говно, которое не плавает в двери. Вообще, для игры как бы нужно типа 3 маунта, которые скоростной, которые бегают по воде и которые, чтобы типа... Это все один мурмуровоз. Какой ты говоришь? Что механику с Драгонфлайта на Сирусе, да, блядь? А откуда он этот маунт, ты говоришь? Кот, ну, это на Новый год просто был, не знаю, вот в магазе типа понял. Да, на... Мурмуровоз зимний. Ну что, да, сейчас же можно за жетоны купить. Он, кстати, еще и пэта вокруг себя спавнит. Котиков. А потом был, короче, подбирать. Еще один раз был это этот Вейни Лобби реки. Вот. И у меня тоже на него не хватало жетона, я так расстроился. Это каких вот этих снежных, которые...
Что там? Сейчас найду. Так что, мы пойдем? Какой наш сам, кто говорил? Ну, собирают там 25. Найду 25-ку. А хейт это кто? Ну, просто хейт, да? Ну, вот это питомец этого, с желтого кота. Ага. Пыльчатлин канул. Ленивый хвостик, это пет. А вот так у меня есть, он берется, говоришь? Потом, о, как его, зимнего. Ебать там питов, нахуй. 1000, нахуй. А такого не, а, это зимнего мурмуровоза, да? Как их 1000 вообще? Охуеть. Что? 1000 питов. А вот смотрите, короче, смотрите, в пятой группе чувак Маиси там пишет какой-то, у него там, блядь, перед его дневником бекон нарисован, что за хуйня такая? Погнали, ломать.